Лучший повар живет в Урае, а лучший автомеханик в Сургуте. В Югре завершился региональный этап чемпионата WorldSkills Россия. Навыки мудрых. За почетные звания соревновались участники из городов и районов в 8 компетенциях. Их профессиональное мастерство увидела наш корреспондент Елена Каткова. Жарят, варят, запекают. Работа, что называется, кипит. Задача конкурсантов – приготовить горячее блюдо из птицы, закуску, вегетарианскую пасту со шпинатом и на десерт компоте в шоколадном муссе. Сергей Бахмут, преподаватель физики из города Урай, готовил раньше только в кругу семьи, баловал домашних фирменным шашлыком. Несколько месяцев усиленной подготовки и любимое хобби привело к участию в окружном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Россия. Навыки мудрых. Я очень люблю готовить, но обычно это, знаете, казан, мангал, шашлык, чебуреки, вот такие какие-то мужские блюда на улице. Ну и мне предложили, говорят, как раз возраст наступил, и попробуй, ты все равно умеешь готовить. Блюда для меня сложности не представляли, больше сложность другое оборудование. Немножко и другая обстановка, другое время, и это меня поначалу даже сбило со времени, я как-то даже засуетился, вот до сих пор дрожь в руках. На этой кухне собрались сильнейшие кулинары Югры. В возрасте 50+. На приготовление блюд 4 часа. Правильность выполнения заданий и не только контролируют эксперты. Одна группа видит участников, оценивает их работу, как они выполняют правильно, четко, соблюдением санитарии, техники безопасности, с применением кулинарных приемов каких-либо, да, которые они описали предварительно в своем меню. И вторая группа – это когда идет уже оценка готового блюда. Оценивают именно качество приготовленной пищи, их визуальное восприятие, текстуру, оценивается стиль и креативность. Оп! Чё? С фонариком в руках, как иголку в стоге сена, на время ищут причину неисправности двигателя в этом авто, чтобы затем оперативно ее устранить. Всего на площадке ремонта и обслуживания легковых автомобилей участники конкурса должны решить 3 модуля. Каждый этап длится по 2 часа. Ремонт двигателя, ремонт автоматической коробки передач и диагностика электронных систем автомобилей. В этом году первый раз мы используем гидравлическую автоматическую коробку передач. Вот, раньше мы всегда работали на механических коробках, но вот с этого года стали работать на автоматических. Вот, потому что механические уже кажутся нам достаточно легкими. Региональный чемпионат «Навыки мудрых» в этот раз проходил на 3 площадках – в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме. Лучших по профессии определяли в 8 компетенциях. Вскоре победители в своих направлениях представят Югру на всероссийском уровне. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.